На свой личный, батюшка. И это вам. Доброго дня, батюшка. И вам тоже. Это значит, мне нужно что? Налить какую-нибудь водичку? Ну, вот, что-нибудь. Водичку, да. Ага. Это святая. Это вам. Спасибо. У нас тоже к вам подарок есть. Вот этот товарищ мой, который едет генерал с Рязани, он начальник полиции, ну, советских времен. Он везет, ну, он стал воцерковленным. А это вот туда. Везет. У них епархия печатает церковные календари. Он называется «От Пасхи до Пасхи» на офсетной бумаге. У меня кисловодский с руками оторвали. Ух ты. Так что сегодня мне это на связи будьте. О, иконостас какой, батюшка. Это я одеваю только на Пасху и на 9 мая. Молодца. Командуйте, отец. Ну, не поделитесь, это вам обоих. Оплату как, батюшка, без картинок придет. Да. Спасибо. Нас, кстати, карачаевцы научили этому. Как это не странно, что нельзя без конфет ходить, без подарка в гости. Ну как это дед Варайдыш? Идите к батюшке рядышком встаньте. Ну, а я вам еще знаете, что скажу? А там в Рязани, ага. Он, может быть, даже его знает. Там есть такой дядь Вася. Вот, он председатель ветеранов Каспийского флота. Угу. Вот, это мой очень большой друг. Да? Да. Сейчас мы вам визитку дадим. Илья, достань мою визитку, дай батюшка. Светечку выжигайте, мальчишку. Помогайте, батюшка. Помогайте, батюшка. Я в 14:45 мы встречаем его в аэропорту. В санаторий едет, Железноводск. МВДшники где отдыхают. Достал? Дай батюшка. А у меня там этим ординатором работает племянница. Почитайте. Это я. Так что будем дружить. А уже деваться некуда. Да, это точно. Зажигай, зажигай. Вот кресты вам надо. О, а что, без крестов ходят? Так они что, тренировки, то там... Там у них, да, даже тренер говорит, снимать им. Дурдум. А дядь Вася, ему уже 84, ну вот такой, капитан первого ранга. Где там у меня все остальные? Сейчас мать ему одевает крест, это им дед подарил кресты с Липецка, ихний. Они их потеряли, а там по второму кругу. Ну ничего, а я сколько потерял, а сколько я себе снял? Вот, так это же оно еще хорошо, это свои грехи отдаешь ему. Нет, не в коем. Говорят так, что если у тебя воры сорвали крест. Это бабушки говорят. Бабки говорят, да. А я вот так вот крещу, вот здесь еще в Ольгинском храме. Ой, батюшка, креста нету, я так себе снимаю. Но не золотой. Почему? И золотой, и серебряный, и все. Говорят, тебе нельзя такое. Да? Да. Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые, посети и исцели немощи наши, имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, и слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Кто знает Отче наш? Отче наш, ежеси на небеси, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб насущный дашь нам днесь, остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, не веди во искушение, но избави от лукавого. Яко Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Ега снишался смерти животе бессмертный, тогда отумертилось и блистание Божества. Ега же и умерше воскресил, еси Христе Божий, спаси нас. Благословляется и освящается снеть сия. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Благословляется и освящается снеть сия, окропление воды сия священные. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Егда снишилась их смерти животе бессмертный, тогда отумертилось и блистание божества, егда же и умерший от преисподних воскресил еси, вся сила небесная взываху, Христе Божие спаси нас. С наступающим праздником! Спасибо, батюшка, благодарен. Пасхой красной наступающей. А было... А красная, потому что красиво. Вот у нас да. Даже вот это в Москве вот это самое какое вот Красная площадь. Не потому, что она красная, что там коммунисты, а потому, что она красивая была. Красный угол. Да. Батюшки завтра в красное облачаются? Вначале в белом, потом в красном. Ну. Я поэтому в белую пришел. Благодарим вас, что вы нас не забываете. Спасибо огромное. Так что был и буду. Вы дома когда будете, отец Анатолий? Я его встречаю. Вот возу потом в МЭДшный санаторий. В 4 будете дома? Нет, я буду там. На службе? Да, на ЧПВ. Там мне еще люди придут освещать. Тогда во сколько будете дома? Ну, где-то... 7-8? Да, где-то вот так. Ну, мелкие тогда прибегут, от подарком принесут. А сейчас мелкие со мной пойдут. Я хотел принести, потом сказать, ну что это батюшка идет в орденах, да еще со всякими сумками. У меня маме ваши подарок есть. Благодарим вас, батюшка, спасибо, Господи.